Прошло время. Давно закончилась война, на которую ушел жених девушки. В село вернулись оставшиеся в живых, но среди них его не было. Каждое утро на восходе солнца девушка выходила на дорогу, где они расстались, а вечером на закате уходила домой. И так всю жизнь, до самой старости. В честь ее женской верности Господь создал цветок – придорожное ожидание. Растет этот цветок вдоль дороги и имеет необыкновенный небесный цвет. Каждое утро его бутоны раскрываются на восходе, и каждый вечер закрываются на закате. Эта красивая легенда, рассказанная одним старцем, относится к женщинам всех времен, ожидающих своих любимых с войны. Дружка.